Привет, друзья, ставьте лайк, а также обязательно пишите свой комментарий под видео. Поехали! Овен. В этот день в решениях важных дел следует прислушаться к советам близких людей. Если у вас сегодня запланировано путешествие, лучше его отложить или быть готовым к неблагоприятным обстоятельствам на пути. Возможно, это отразится на погоде. В личной жизни вас ждет успех. Телец. Ваши родные ожидают от вас каких-то серьезных шагов к примирению в нерешенных конфликтах. Будьте осторожны в их разрешении. Также у тельцов ожидается повышение их благосостояния. Близнецы. Сегодня на работе вас ждет успех. Не упустите момент побаловать себя в случае реализации ваших ожиданий. Ваша оценка важным для вас на данный момент событиям может повлиять на их дальнейший исход. Лучшее время для планирования своего отдыха. Рак. Сегодня вас ждут где-то на Мальдивах, и неудивительно, если там вы встретите человека, с которым у вас будет курортный роман. Скоро ваша финансовая ситуация может неожиданно улучшиться. Лев. Когда вы думаете о том, чтобы получить долгожданный отпуск, то стоит задуматься о проведении выходных на дикой природе в кругу семьи, ибо одиночество вам не к лицу. Много мелких проблем. Возможно, это зависит от вашей усталости в последнее время. Дева. Возможно, вы давно хотели провести денек за прочтением небольшого романа, ибо друзья предпочитают провести это время без вас. В этот день лучше всего иметь меньше ожиданий относительно следующей недели в важных для вас делах. Весы. Ваши братья и сестры заждались от вас предложения о встрече, а те, кто ближе к вам сейчас, чувствуют себя одинокими рядом с вами. Поэтому стоит постараться, чтобы отношения улучшились. Будет дивным человек, который пожелает вам удачи, ибо в этот день важные для вас дела имеют большую вероятность осуществиться. Скорпион. Лучшей идеей сегодня может стать желание обратиться к своим малознакомым, с которыми вы можете замечательно провести выходной, о чем вряд ли пожалеете. Если у вас были какие-то планы, то их лучше обдумать завтра и реализовать без сомнений в случае, если будете в них уверены. Стрелец. Ваша решительность будет хорошим предлогом для решения важных проблем. Ожидание улучшения ситуации по поводу отпуска сейчас преждевременное. Козерог. Сегодня благоприятный момент, чтобы задуматься о покупке важной для вас вещи, которая может облегчить вам жизнь на работе, а также дома. Например, ноутбук. Лучшей идеей может стать поездка на отдых и неважно с кем. Водолей. Если вы вдруг решите обдумать поездку за бугор, то это сейчас для вас не актуально. Возможно, лучше будет дождаться стабильности в личной жизни. Рыбы. Настроение с самого утра сулит вам радоваться каждой незначительной детали этого дня от рассвета до заката. Убедительная просьба не ввязываться в назревающий конфликт, исходящий не из вашей инициативы. На этом я с вами прощаюсь. Подписывайтесь на наш канал, жмите на колокольчик, а также не забудьте перейти на наш сайт «Остроумно». Странички в Instagram и Facebook. Ссылки в описании.